Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Сегодня я хочу рассказать вам про очередной переключатель фаз PS63 от Digitop. Давно меня просили снять обзоры на какие-либо реле от Digitop, но история с этим Digitop будет, к сожалению, не совсем удачная. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Давайте обо всем по порядку. Что же такое переключатель фаз и для чего он необходим? В общем, переключатель фаз необходим для питания ответственных однофазных потребителей от трехфазного ввода. Это могут быть котлы, система отопления, охрана, видеонаблюдение, какие-либо серверные и прочее. Тут вы, в принципе, сами уже выбираете для себя уровень ответственности того или иного потребителя. Это вообще могут быть вполне обычные розеточные линии и даже линии освещения. Почему бы и нет? В нормальном режиме все ваши ответственные потребители будут питаться, получать питание выбранной вами приоритетной фазы. Приоритетность фазы это вы можете выбрать также самостоятельно. В данном случае у меня стоит приоритет по фазе L1, по фазе А. Вот. Здесь горит соответствующий светодиод. Как видите, здесь у нас на дисплеях пофазно указано действующее значение напряжения по каждой фазе. Если напряжение на нашей приоритетной фазе увеличится выше уставки, либо уменьшится ниже уставки, то реле переключит потребителя, нашу лампу, на другую, наиболее лучшую фазу. При условии, что напряжение на них также будет находиться в заданных пределах. Несколько слов о самом реле. Тип это PS63 ампера, что соответственно нам говорит о том, что номинальный ток его встроенных реле по каждой фазе составляет 63 ампера. Но максимальный ток, который выдерживает реле, как заявляет производитель, составляет аж 80 ампер. И для сравнения, например, у того же PF451 от Евроавтоматики, у него внутреннее реле также имеет номинальный ток 63 ампера, но максимальное значение составляет 90 ампер. Но, тем не менее, 63 ампера это достаточно приличный ток. И во многих случаях реле можно использовать как с прямым подключением нагрузки, без каких-либо контакторов. Что значительно упрощает схему подключения данного переключателя фаз. Допустим, у вас нагрузка больше 63 ампер, там 100 ампер, 150 ампер, такое тоже бывает. То, пожалуйста, на выход реле просто подключается аналогичным образом контактор, а уже через контактор подключается необходимой мощности абсолютно любая нагрузка. Так, это что у нас? Поляризованное реле? Да, поляризованное реле. Это у нас индикация, плата. Это три исполнительных реле пофазно. И вот у нас плата, наверное, самая главная, которая контролирует. Вот тут микросхемка есть. Так, что хочу заметить, что даже в отличие от того же PF451 от Евроавтоматики, у данного же переключателя фаз отсутствует какая-либо защита в виде тех же варисторов, то есть защита от перенапряжений. Там стояли большие такие шайбы красные, здесь это у нас отсутствует. Реле Digitop, это катушка на 12 вольт постоянки и номинал 80 ампер. Ну, то есть некий запас, в принципе, есть. Каждую реле, кстати, удобно доставать. Она там на разъеме. Оп. И можно снять.
кстати, вполне себе ремонтопригодна. В принципе, по сечению вот этих гибких проводников нареканий нет. Но нарекания есть вот к этому, посмотрите. Как вам вот такая паечка? Вот здесь вот вроде вот получше. Здесь тоже какой-то налет непонятный. Все зеленое уже. Как-то мне вот это все не нравится здесь. Особенности вот. Это оставляет желать лучшего. Итак, давайте пробежимся сначала по настройкам. В общем, нажимаем S. Так, первая установка у нас — это верхний предел отключения. Соответствующими клавишами выставляем уставку. Ну, давайте сделаем 255. Здесь вот у нас можно будет выставить, возможность выставить предел от 210 до 270 вольт. Так, нажимаем дальше S. Переходим к настройке нижнего предела срабатывания реле. 175. Ну, давайте сделаем там 185. Пусть будет. По нижнему порогу мы можем настроить срабатывание реле от 120 до 200 вольт. Опять нажимаем S. Так, переходим к выбору приоритетной фазы. Так, здесь мы можем выбрать вот приоритетная фаза L2 или приоритетная фаза L3. Вот он сейчас вот буквально сразу переключает это все дело. Вот на третью. Либо можно выбрать без приоритетной фазы off. Я выберу обратно L1 фазу. Вот реле сразу и переключило нашего потребителя на первую фазу. Если у вас все фазы более-менее одинаковые, ведут себя, то можно в принципе и не выбирать приоритет. Переключит реле потребителя на любую другую фазу, ну и пусть он в дальнейшем от нее и забитан. Ну а если у вас какие-то есть проблемные фазы, соответственно, там фаза А и Б у вас постоянно нагружены, там подключены сейчас какие-нибудь майнеры, сейчас это достаточно актуальная проблема, то вы знаете, что у вас фаза С находится достаточно часто в нормальных пределах. Ну и вы выставляете, соответственно, приоритет по фазе С. Оп, все, нагрузка у нас переключилась. Так, идем далее. Он в секундах. Выставлено 5 секунд. Это время задержки первого включения. Его можно регулировать в пределах от 0 до 600 секунд. Шагом 5 секунд. Ну, я оставлю 5 секунд. Дальше у нас идет время задержки возврата на приоритетную фазу. Время здесь отображается в секундах. И его можно настроить в пределах от 5 до 600 секунд. Оставим тоже 5. И дальше у нас остается параметр T0. Это время задержки переключения по нижнему пределу. Его можно настроить от 1 до 10 секунд. Ставим пока 3 секунды. Поясню, что это такое, но вернемся сначала по порядку. Время отключения данного реле по верхнему пределу составляет 0,02 секунды. Время отключения по нижнему порогу составляет, при условии, что напряжение меньше 120 вольт, составляет также 0,02 секунды. Но во избежание переключений, отключений ложных от каких-либо пусковых кратковременных просадок, и если напряжение на, допустим, текущей фазе вышло за нижний установленный предел, но остается больше 120 вольт, то переключение происходит с временной задержкой, которую мы сейчас
и настроили на 3 секунды. Вот он. А что, вполне себе хорошая функция. Несколько слов о реле, совсем кратенько. Это у нас реле с креплением на динрейку. Занимает оно 7 модулей в щите. Так, степень защиты прибора IP20. Рабочая температура от минус 25 до плюс 50. Забыл сказать, что все настройки, которые мы вот здесь вот выставили, они у нас сохраняются в энергонезависимой памяти. И даже при отключении питания они у вас не собьются. Итак, давайте все, что я рассказал сейчас, я покажу, ну, реально, на практике. Итак, у нас стоит третья фаза приоритетная. Вот наш потребитель, горит лампа. Все у нас нормально. Предположим, что у нас напряжение на третьей фазе стало уменьшаться. Уменьшается. Не срабатывает, хотя уставка у нас стоит 185, напряжение уже 184. Так, еще поменьше сейчас сделаем, 183. Оп, ну 183, 184. И потребитель переключился на первую фазу. Если у нас напряжение восстанавливается на приоритетной фазе, то через 5 секунд потребитель переключается обратно на нее. Смотрим. Ну, даже 200 достаточно будет уже. Вот, видите. Нагрузка, потребитель переключился обратно на приоритетную фазу. Давайте теперь смоделируем ситуацию, что у нас приоритетная фаза L3, ну, как и была. Но отсутствует напряжение на фазе L1. Ну, где-то обрыв на линии, пусть будет так. На L2 у нас все нормально. Снижаем напряжение на нашей приоритетной фазе. Можем побыстрее. Раз, два, три. Оп. И реле переключило нашего потребителя уже не на фазу А, не на L1, а на фазу Б, L2. Давайте вернем номинал. Оп. Видите, перешло обратно. А теперь посмотрим, как будет вести себя реле в такой ситуации, когда у нас нет двух других фаз и на приоритетной фазе у нас также снижается напряжение. А случилось вот что. У нас просто-напросто при напряжении ниже 184 вольт реле отключило потребителя. И ни на какую, соответственно, фазу, так как они отсутствуют, две другие остальные, нагрузку не переключила. Теперь отключим приоритетную фазу. Сделаем off. Она у нас как бы здесь осталась по умолчанию. И теперь я снижаю напряжение. Оп. Нагрузка у нас перешла на фазу L1. И теперь я восстанавливаю напряжение на нашей как бы ранее приоритетной фазе. Но нагрузка у нас остается на уже фазе L1, так как здесь приоритет у нас не задан. Если я сейчас аккуратненько отключу фазу L1, у нас нагрузка сразу же переходит на дальше по порядку. Вернем обратно нашу приоритетную фазу. Так, фаза L3. Оп, все, нагрузка перешла на нее. Теперь выставим верхний предел. Не 255, а 235. Потому что сейчас мне латером сильно много здесь не выдавить. Даже 234 давайте сделаем. Вот так вот. 227, 28, 29, 30, 31. 32. Оп!
Уменьшаем напряжение до нормального. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, возврат у нас на приоритетную фазу выставлен 5 секунд. И вот он обратно перешел, потребитель, на фазу L3. Забыли опробовать резкое снижение напряжения на приоритетной фазе. Сейчас сразу я меньше 120 вольт сделаю. Уменьшаем резкое напряжение до 108. Мгновенно за 0,02 секунды переключается на другую фазу. Восстанавливаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вернулась у нас нагрузка обратно на приоритетную фазу. Отлично. Давайте посмотрим измеряемое напряжение на фазе. Указано производителем, что оно составляет минимум 50 вольт. 53, 37... 17 вольт, и реле все равно отображает. Вот нашел момент. То есть где-то от 15 вольт по факту. А теперь давайте посмотрим погрешность. Это у меня флуковский прибор, и он только-только недавно пришел с поверки. Поэтому его значением, безусловно, можно и нужно верить. Итак, фаза С, разница, 1 вольт где-то, 214. Здесь вообще практически одинаково. Так, и 218. Тут около 2. Да нет, где-то тоже 0,5 вольта, 0,7 вольта. При снижении напряжения тоже решил проверить. Вот 58 у нас на дисплее и 58,8 на флуке. Есть у этого реле еще одна очень интересная функция и очень нужная функция. Это защита от залипания контактов. Если вдруг у нас здесь на выходе у потребителя останется фаза помните, в начале сюжета я вам говорил, что не так все радужно с этим реле, с этим переключателем фаз. И вот не успел я полностью дорассказать все его функции, как он начал себя вести вот следующим образом. То есть ничего не происходит. Сейчас здесь напряжение 220 вольт. И происходит вот такая вот светомузыка. На нагрузке напряжения нет. Ни один из выходов, вот что-то тут пытается включиться, но нет, показывает 0. Хотя по факту все фазные напряжения сейчас в районе 220 вольт. Вот напряжение 220, 222, 220. И вот начинает моргать. То 270 тут показал, то 0, то 245. 280, там 260, 277. То есть сейчас он живет полностью своей жизнью. Латер я не трогаю. Сейчас здесь стабильное напряжение на выходе. Абсолютно стабильное напряжение. Но, как видите, на нагрузке напряжения нет. Реле просто-напросто сходит с ума. То есть я его подключил, успел вам сделать обзор, пока оно нормально функционировало. И после этого... как раз таки минут там 20-30 прошло, пока я это все рассказывал. Оно начало вот так вот себя вести. Очень большое количество отзывов в сети именно по работе вот этого реле PS63A подобным образом. В
Все жалуются, что мигают у него параметры там от 100 до 300 с лишним вольт. Что через 30-40 минут работы оно начинает вот так вот как бы мигать. И даже некоторые люди нашли выход из этой ситуации. А выход они нашли следующий. Если убрать одну из фаз, любую, вообще одну любую из фаз, по питанию соответственно, то данная проблема сразу решается, и вот эти мигания исчезают. Ну давайте попробуем, посмотрим, так это на самом деле или нет. Так, отбросим мы фазу L1. Оп. Видите, здесь на L1 0. Я ее отбросил от источника питания. Здесь у нас 220. И здесь у нас сразу нормализовалось реле. То есть эти две фазы у нас не мигают. И сразу подключил реле нам потребителя. Вот такая вот интересная история. И отзывов, еще раз повторюсь, по вот этой ситуации, по поведению реле, множество, множество. Ну, а я-то на этом не хотел заканчивать. Я вам хотел еще успеть до того, как оно начало глючить, хотел еще рассказать о очень хорошей и очень необходимой и безопасной функции залипания контактов реле. Это, кстати, и повод вернуться к схеме его подключения. Что-то я сразу об этом не рассказал. В общем, у нас питание подается сверху. На клеммы 5, 6, 7 подаются, соответственно, фазы А, Б, С. Восьмая клемма это 0. Так, здесь у нас 1, 2, 3 стоит шинка гребенчатая, гребеночка, которая соединяет все три выхода у реле. И четвертая клемма это у нас 0 на нагрузку. Вот я ее снял. Видите? Выходы у реле по разным фазам объединены. И если у нас какое-то из реле залипнет и придет другая фаза сюда на общий выход, то это будет короткое замыкание. Но, как утверждает производитель, реле как-то контролирует остаточное напряжение, видимо, на этой шинке и не даст включиться реле при остаточном напряжении, видимо, на этом выходе. Здесь это реализовано, видимо, уже внутри реле, а у того же PF451, о котором я ранее рассказывал, у него сделан, помните, такой выход был, контрольный выход остаточного напряжения на шине, на общей шине. Здесь, в принципе, сделано, наверное, даже удобнее. Сразу все внутри. Я с фазы B, вот клемма 6, сделал перемычку на наш общий выход, на выход реле. И сейчас напряжение вот здесь вот, вот видно даже по потребителю, составляет 215 вольт. Ну, я сымитировал, что как будто какое-то из реле там залипло и осталось там напряжение. Устройство не включает внутреннее реле, не подает даже одноименную фазу на выход с оставшимся напряжением. А теперь я буду подавать, увеличивать напряжение на приоритетной фазе. Вот, 220 вольт. Ну, как видите, реле у нас не подает напряжение на выход. Ну, где есть вероятность слипания внутренних реле. Это очень хорошо. Защита данная работает. Подключил опять все три фазы. И видите, вроде как реле у нас все нормально работает. Посмотрим, через какое время реле начнет глючить, как я вам показывал ранее. И ситуация у нас опять повторяется. И 327, и 308. Видите, значения какие у нас пляшут. Вообще, функционал у данного реле мне понравился. Удобная настройка, ничего сложного. Все наглядно, понятно. Но, как мы выяснили, вот такие вот проблемы у него имеются.
И выбор остается только за вами. Нужен ли вам переключатель фаз PS63 от Digitop, от топового производителя Digitop, который имеет вот такие проблемы и который можно в дальнейшем эксплуатировать лишь при двух фазах, а не трех. И как бы весь смысл переключателя фаз теряется, то есть из трех фаз мы имеем две, и как бы одна рабочая, вторая резервная, можно сказать. А третья у нас, с третьей фазой реле у нас не функционирует. Кстати, реле после непродолжительной работы достаточно вот здесь вот ощутимо нагрелось, вот с этой стороны. Вот у нас с этой стороны вот это вот место греется. В общем, вот такое вот получилось видео. Кому оно было интересно, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много всего интересного. Также не забывайте про мой инстаграм-канал. Там я периодически выкладываю различные ситуации своих будней. Также не забывайте про наш дружелюбный чат в телеграме, где мы ежедневно обсуждаем различные интересные вопросы по электротехнической тематике. Если вы имеете желание поддержать канал, поддержать автора канала, то можете перевести, перечислить свой донат в поддержку на номера карт. Это Сбербанк или Тинькофф. На эти средства я буду чаще и больше приобретать различное оборудование для экспериментов, для подробных обзоров, испытаний. Ну, все в моем стиле, как я обычно это делаю. Кто давно подписан, вы это прекрасно знаете. Соответственно, это будет полезный и интересный контент в будущем. Буду очень всем благодарен. И в завершении сюжета хочу передать привет и благодарность Виктору из нашего телеграм-чата, который предоставил для обзора данный экземпляр. Ну, в принципе, на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно спрашивайте об этом в комментариях. Я обязательно всем постараюсь ответить. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!